Большой концерт к 9 мая студенты и преподаватели Мозырского педуниверситета готовят ежегодно. И уже во второй раз главная сцена мероприятия в городском дворце культуры. В зале накануне собрались разные поколения, чтобы подтвердить: идти к победе во все времена легче с верой в сердце, любовью и музыкой. И когда мы вспоминаем этот праздник, я вот призываю всю молодежь, вот спросите сами себя, вот вы готовы сейчас отдать жизнь за свою родину? Отдать так, что, скорее всего, вас не вспомнят. Что у вас могут остаться дети, у вас останется жена, у вас останется больная мать. Вот это праздник про это, про этих людей. Если мы народ, который не будет помнить и знать свою историю, этот народ не имеет права на свое будущее. И сегодня я очень рад, что присутствую среди вас. Это вы тут... В основном все почти будущие педагоги. Вы должны все это рассказывать будущим своим ученикам, чтобы они помнили и знали и передали своим будущим потомкам о том, что такое День Победы 9 мая. И это зависит от вас, учителей, педагогов, всего вот нашего бывшего Советского Союза. Участниками нынешнего праздничного концерта стали не только одаренные студенты и талантливые педагоги, но и юное дарование музыкальной школы номер 2. За декоративное оформление фотозоны возле зала отвечал Калинковичско-Мозырский клуб «Поиск». Литературно-музыкальная композиция «Хатынь», танцевальные номера «Легендарная Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек» и «День Победы». Знакомые с детства мелодии звучали на протяжении 2 часов. До главных праздничных торжеств осталось несколько дней, но уже сейчас у многих мозырян приподнятое настроение. День Победы – праздник всенародно любимый и уважаемый, а концерт от творческой молодежи – уже одна из его традиций. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь».